Всем привет! Сегодня у меня на канале вот такая интересная коробочка от Бокер и нож, который лежит внутри. Это не просто серийный нож, а это лимитированная серия очень известного, в свое время очень популярного ножа. Давайте заглянем вовнутрь. Это карбоновая версия Бокер Титан. Значит, там у нас макулатура, как всегда, ключик. Ну, скажем так, это не самое интересное. Не так давно мы с моим другом Андреем заказывали ножи Excalibur, обычные, нелимитовые, есть тоже лимитовые в карбоне с двумя титановыми лайнерами и с сталью VG10. Ну и значит, заказали мы, к сожалению, только один, обычный причем, не лимитовый. И тут я думал себе заказать такой же, хотелось мне какой-то легенький очень нож, такой под костюм, и у которого вполне рабочие характеристики, вполне хорошая длина клинка, чтобы можно было что-то там по продуктам порезать или еще что-то. И тут на глаза на одном из американских сайтов попался мне вот этот замечательный нож. Мне, в принципе, нож и в титане очень нравился, но здесь просто на самом деле сказка. Значит, нож собран на карбоне. Карбон очень качественный, если я правильно помню, это называется 3К карбон. Значит, без каких-либо стальных лайнеров. Сталька у нас на клинке VG10. Значит, с клинком у нас все хорошо, по центру такая бенчеобразная клипса, вполне достаточно глубокая. Ну и давайте посмотрим на сам клинок. Значит, имеем мы вот такой вот клинок. У ножа вполне рабочие характеристики. Это длина клинка 9,3 см, понятно, что режущая кромка покороче у нас. В обухе у нас здесь с вами 3 мм. Сталька, как я вам сказал уже. Давайте попробую показать. Вы видите, да, что нож тут, в принципе, отполирован. VG10. Значит, здесь у нас присутствует номер 304 из 600, всего 600 штук таких было сделано. Ну и, в общем, вот ограниченная серия, значит, 2005-2015. Ну, это, скажем так, раз в десятилетку решили сделать. Ну и, соответственно, то же самое с эпицентром. Чем мне нравится нож? Во-первых, то, что он очень плоский, всего 9 мм, без учета клипсы. Во-вторых, вполне рабочая длина, вполне хорошая сталь. Мне очень нравится эта сталь, вот особенно на кухонниках, на эндурах у спайдерок отличная. Понятно, что на эндуре мы бы более рационально могли использовать длину клинка, потому что там нет шпенька, а спайдерка. Но, в принципе, здесь с этим проблем тоже нет, вполне рабочие характеристики. Самое классное во всем этом ноже, во-первых, то, что он собран на карбоне без каких-либо дополнительных лайнеров. Единственное, что у нас здесь титановое, это вот бэкспейсер, в который вставляется пружина замка. Ну и самое приятное, это его вес. Давайте я вам покажу. Вес ножа 74 грамма. Представляете, это просто невесомый нож с вполне хорошей длиной, с хорошей сталью. Жалко, что их всего 600 штук, но вот у меня теперь в коллекции такая вещь есть. В принципе, мне очень нравятся лимитки от Бокера, и они как-то лимиткам уделяют больше внимания, нежели серийки. Поэтому здесь косяков нету, заточка отличная, подвод симметричен, подвод немножко кончику расширяется с обеих сторон симметрично. Вот, поэтому вот теперь вот такая вот джентльменская игрушка есть у меня в моем ножевом таком наборе. Ну и в ближайшие дни, я думаю, дособерется те самые уже не 4, а теперь уже 10 ножей. И я вам все их покажу и посмотрю, как был рационализирован мой, скажем так, EDC набор ножей. Вот. Плюс, что очень приятно, сайт, на котором я покупал вот этот нож, в подарок к ножу, при том, что нож стоил совсем небольших денег, я специально не буду говорить, сколько он стоит. Мне очень много людей пишут, вот, было бы неплохо цены. Ну, ребят, на самом деле, я не магазин на диване, я на этом не зарабатываю, поэтому я цены не буду говорить. Я вам рассказываю свое мнение о вещах, кому интересно. Я думаю, кто загорится приобретением чего-то, тот всегда найдет. Потому что название ножей есть, я думаю, потратив 5-7 минут в гугле дополнительных,
для вас не проблема. Значит, в подарок мне дали вот такую вот штуку от Бокера. Когда она пришла, я очень долго думал, что же это такое. С виду похоже то ли на какую-то подставку для планшета, то ли непонятно что, то ли досточку для правки. Но оказалось, что это такой походный набор инструментов. Значит, здесь мы с вами имеем нож столовый, ложку, небольшую пластиковую, вилку. Причем это все очень компактно пакуется. Значит, очень плотно держится вот в этом чехле. И самое интересное, что есть здесь, видите, буква S, а здесь буква P. Это солонки для перца и соли. Такая приятная походная вещица, которая еще и досталась абсолютно бесплатно в подарок к этому ножу. Вот, поэтому вот такой вот сегодня новый ништяк. Он, конечно, не произвел на меня такого впечатления, как полученная катана от Cold Steel, но тем не менее, получить лимитку в свою коллекцию всегда приятно. На этом все, всем спасибо, пока!